Девушка, с вами все в порядке? Нет, не все. Меня уволили. Какой ужас. А где вы работали? В модельном агентстве. От заведения. Готово. О, хорошо. Ну все, ребят, теперь в разбег. Через 2 недели встречаемся и делим эти деньги на 3. О, чуть не забыл. На одного, ребята, эти деньги делить легче. О, а ты откуда здесь взялся? О, да сколько ж вас здесь-то? Мам, это Сережа, и он будет жить с нами. Здравствуйте. Нет. Мам, ну чем тебе не нравится Сережа? Такой прикольный. И очень сильно меня любит. Доченька, я не против твоего нового парня. Но, может быть, ты для начала старых выгонишь? Надежда Анатольевна, а скоро ужин. Есть очень хочется. Идите на кухню, там накрыто. Ага. Мам, ну как я их выгоню? Они так меня любят. Ладно, проходите. После ужина разберемся. Антон! Витя! Сережа! Коля, Славик, идите кушать! Идите кушать, ужин стынет! Двадцать один! 22! Господи! Алло! А, добрый день! Евгений Борисович, мне сейчас не очень удобно говорить. Нет. Тогда я вас слышу. Да. Евгений Борисович, нет, документы были еще в июле, мы их сразу отправили в регистрационную палату. Нет, я вас слушаю, внимательно слушаю, внимательно. Это я не вам. Да, я слушаю. 26. Ну что, командир, давай в атаку. Подожди, рано еще. Пусть поближе подойдут. Ну, да рано говорю. Поближе подпустим. Ложись. Дверь твою совсем близко подпустили. Фух. Ладно, ждем следующих. Скажите, можно дать... телеграмму. Да, конечно. Диктуйте текст. Пишите. Бабушка приехала. Точка. Привезла гостинцы. Птичка клетки. 2. Внучок, ты скоро? Да, ба. Я хотел телеграмму дать.
И значит, вы утверждаете, что никогда раньше не видели гражданку Иванову? Нет, не видел. А у меня есть свидетельские показания, что 17 числа около 7 вечера вас видели вместе около ресторана «Мираж». Вот, ознакомьтесь. А этого не может быть. Вы меня с кем-то перепутали. 17 числа я до 11 вечера был на работе. А это кто-нибудь может подтвердить? А, охранник может подтвердить. Я отдаю ему ключи от кабинета после работы. Вы можете проверить. Обязательно проверим. Сейчас вы можете идти свободны. Спасибо. Дорогая, ты заберешь детей из сада? Сам забери. Я сегодня занята. Буду работать допоздна. Как скажешь. Нет. Девчуш, а какой сейчас год? 2007. А война закончилась. Какая война, дяденьки? Я тебе говорил, в атаку идти надо. Ты рано, рано. Подожди-ка. Девчуш, а победил ты кто? Она же по-немецки с тобой разговаривает. Тогда за победу! Ура! Ура! Ну как тебе гонка? Да супер! Фу, кстати, я тебя поздравляю. Да это тебе спасибо. Как ты его придержал-то на последнем повороте? Ой, да что там, мы одна команда. Слушай, новые моторы, зверь! Это спонсорам спасибо. Дали денег. Да. Сейчас душ примем, и поспать можно. Это точно. К сожалению, мы сделали все, что возможно, но пуля попала прямо в сердце. Спасибо, доктор. Устал. Все готово.
я ведь сказал, устал. Я... Мусор выбросила, постели застелила, полы подняла. Вот. Вкусно? Нормально. Ну, тогда. Товарищ лейтенант, ну, я же все сделала, как договаривались. Может, вы мне права отдадите, и я... Да. А пыль? Пыль протирать кто будет? Две сплошные пересекать – это вы. А пыль протирать, белье стирать – это я. Ой, у нас, значит, интересный разворот под знак. Веселее. Ну что? Сделали все, как я просила? Да, все сделали. Все, как вы просили. Пожалуйста, прошу. Вау! Супер! Потрясающий бак! Не советую. Конь ест слона и разрушается вся защита. А это ловушка. Можно потерять ферзя. А я бы, знаете, что сделал? Выдвигаем ладью вперед, съедаем пешку на b3 и блокируем коня. Ну, вот ты чудненько. Хорошо было. Да ладно. Да. Никогда раньше так не было. Ну ладно, ну. Просто жизнь прожита зря. Да ладно, ну. Ну до этого момента. Ну ладно, ну прямо забрасываете меня комплиментами. Честно. Синицына, я надеюсь, теперь вы запомните, что белый прямоугольник на красном фоне – это кирпич, и ехать туда нельзя. Теперь запомнила. Вот, отлично. Вот так. Вот ваши документы на машину. Протокольчик, значит, я рву. Все, сидите, свободно. Спасибо вам большое, товарищ лейтенант, спасибо. Идите, идите, пока я вас снова не арестовал. Синицына. Свидания. О, Господи, да когда ж она уже все знаки выучит, а? Ну так что, вы считаете, что мне лучше эту книжку взять, да? Ну естественно, вы, да вы сами посмотрите, ну, ха, посмотрите, это же просто великолепно. Да. Ну. Она словно создана для вас. Да. Слушайте, а может лучше зеленую? Смотрите, у меня зеленое платье есть. Нет, даже не думайте. Да? Да. Ой, ну ладно, уговорили. Беру вот это вот. И еще вот это вот пестренькую, смотрите. Это хорошо, да. Это стильно. О, вы знаете, главное стильно, вы меня понимаете. Да.
Сережа, ты почему ничего не делаешь? Павел Васильевич, мне папа запретил. Как это запретил? Папа сказал, что то, чем мы занимаемся, очень плохо, потому что это приносит вред людям. Ну как это плохо? Ну как плохо? Ну, может быть, кому-то и плохо, но, в общем-то, кому-то и очень даже хорошо. Так что давай, бери палочку, бери кисточку и начинай раскрашивать. Привет. Привет. Ну что, Павел Васильевич, готово? Ну, половина готова, а остальное завтра. Вон там, возьми. Ну, а вообще в целом-то как дела? Ну, один начал что-то подозревать. Ну, в общем, нормально. Понимаю, что вам очень надо, но я ничем вам не могу помочь. Мест нет. Ну что, совсем нет? Я же вам русским языком сказала. Мест нет, и до Брянска не будет. Девушка милая, ну придумайте что-нибудь. Мне очень надо. Ладно, что-нибудь придумаем. Брянск, Брянск, стоянка 5 минут. Брянск, Брянск, стоянка 5 минут. Что, Брянск уже, да? Брянск, мужчина, вы тоже тут спите. Проходите и располагайтесь. Значительно увеличились производственные показатели по сравнению с прошлым годом. В этом году наша промышленность сделала значительный скачок. Особенно заметен этот скачок в легкой промышленности. А что касается тяжелой промышленности, то рост достиг 10%. Леня, хватит читать газеты, у нас опять телевизор сломался. Успехи в деревообрабатывающем секторе. Ну, что ты ругаешься? А сейчас дочитаю и посмотрю, что там с телевизором твоим. Успехи в деревообрабатывающем секторе. Французский коньяк, семга, оленина нарезка, анчоусы, черная икра, китайский чай, французский батон. С вас 5340 рублей. Сколько? 5340 рублей. Тогда только хлеб. Четырнадцать рублей. 14. Я к вам тогда попозже зайду. Ладно?